Практически каждый год тонкий лед уносит жизни. Жертвами становятся и дети, но чаще рыбаки. Хотя и есть запрет, но рыболовы его игнорируют, ведь наказания никакого нет. Молодой был, я лез первым по льду. Думаю, умру, утону. Ползком я зависть. Насчет рыбалки, я говорю, по льду, не лезь, пожалуйста. Ну, если вот будут предусмотрены какое-то наказание за вот выход на тонкий лед, какое бы вы предложили? Ну, какое может наказание? Он сам себя наказывает. Вместе с тем, в ряде областей, например, Пензенская, Свердловская, Ярославская, уже есть административная ответственность за выход на опасный лед. Штраф 3000 рублей. Есть административное наказание и за купание в запретных местах от 500 рублей и больше. Но у нас пока этого нет, зато каждое лето есть жертвы. А как же не нужно, конечно, вот не смотрят же вот за всем, за этим, а дети гибнут. Как же без ответственности? Это уж закон прям какой-то надо новый. Новый закон не нужен. Достаточно внести изменения в уже существующий административный кодекс нашего региона. С инициативой внести дополнение об ответственности за нарушение правил поведения на водных объектах выступил депутатский корпус Димитровграда. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.